Сегодня я вас познакомлю с фиговым деревом инжиром. Растение, которое часто видели в Крыму, которое растет на Кавказе, в Испании, в Израиле, мы можем также воспользоваться плодоношением, поставив на самое южное окно, на террасу светлую, в зимний сад, или же, если очень светлая южная квартира, тоже будет плодоносить. Температура отличается зимняя от летней. Я бы даже сказала кардинально, потому что в летнее время, весеннее-летнее время лучше выносить на улицу и ставить, можно сказать, под открытое яркое южное солнце, опрыскивая, и температура должна быть от 25-30-35, а то и выше градусов. Чем выше температура, чем больше света, тем больше закладки плодов. И в августе тогда оно покажет вам прекрасное плодоношение. В зимнее время мы можем дать ему период покоя. Период покоя – это конец октября и начало декабря. Ставим в более прохладное, но опять же светлое место. Отдохнуло растение, переставляем на более теплое место, где оно привыкло находиться. Это, сейчас я вам покажу, видите, закладка плодика, и вот здесь вот маленькие еще инжирчики. Инжир не цветет, он сразу дает плодики. Сегодня я рассказала вам о таком чудесном урожайном растении. Я думаю, было интересно и полезно. Всего доброго!